Меня зовут Андросов Алексей. Я студент группы БАНД-21. Это учусь по направлению нефтегазовое дело. Я окончил Национальную политехническую СОШ номер 2 города Якутска. Русский, математику и физику. Русский на 87, математику на 92 и физику на 100. Ну, потому что нефтегазовая отрасль всегда актуальна в нашей стране, еще как минимум лет 50 или 100. Я считаю, что в этой области молодые специалисты всегда будут актуальны. Ну, помимо отличной учебы, я участвовал в нескольких олимпиадах. По математике среди студентов первых курсов я занял первое место. Участвовал также по олимпиадам компьютерной графики и начертательной геометрии, но занял место только в начертательной геометрии, третье место по республике. Ну, так же, как и все молодежь, я люблю смотреть сериалы, кино, игры. Люблю читать книги, люблю аниме, мангу, комиксы. Ну, один из любимых фильмов — это «Зеленая книга». Лучшее аниме всего человечества — это «Гуррен Лаганн». Из книг посоветовал бы «Цветы для Элджернона». Ну, планирую закончить с красным дипломом. Дальше думал на магистратуру в центре УЗИ, либо вообще за границу, но с нынешней ситуацией, с баллонской системой уже даже не знаю, как будет, как сложится судьба. Ну, после того, как вы узнаете свои баллы по ЕГЭ, вначале обдумайте, какие вузы вы хотите. Не бойтесь подавать вузы мечты, которые вы боитесь подавать. Но также не забывайте о запасных вариантах, в которые вы точно поступите. Обдумайте, какова будет ваша профессия через несколько лет, будет ли она все еще актуальна или нет. И правильно оценивайте свои силы, думая о том, сможете ли вы окончить обучение в заведении, которое вы выбрали.